Ну что, привет любителям выживания. Продолжаем на сервере. На русском единственном, по-моему, сервере, который заполняется в Warme 3. По Desolation Redux. Вот, мод. Мод, можно сказать, DayZ на Arma 3. По единственной живой, которой люди бегают, помогают, играют. Воюет, строится, выживает. Короче, оставили мы тут свой черный джипарь, который в прошлый раз мы нашли. Как бы сказать, спиздили так. Ну, не знаю, вроде бы игроки подсказали, что там есть. Мы пришли, выбрали и уехали. Нормально все. Вот, и открутили же мы колесо, да? Так. Открутили мы колесо с нашего джипаря в надежде то, что его не спиздит. Ну, походу либо произошел какой-то вайп. Ну, хотя нет, вайп не мог произойти, потому что там стройка. Вот, видно, починили, подъехали. Кто-то увидел его, что ли, блять, хуй его знает. Поставили колесико. В принципе, машина-то рабочая была. Там что там, колесо-то найти, я думаю, не проблема. Вот, ну и уехали на нем. Так что мы в полной жопе. Я так понимаю, что мы находимся где-то. Мы где-то находимся, где-то вот здесь вот. Надо, короче, бежать на юго-запад, в сторону Краснослава. Я думаю, что нужно двигать туда. Может быть, мы найдем какую-нибудь машину, что-нибудь еще, не знаю, любые колеса какие-то. Ну и... Может быть, сегодня попробуем посмотреть на квесты, да, которые нам предлагает этот данный сервер, связанные с выполнением какой-то задачи, да, и попробовать отбить, короче, какой-то лут. Не знаю. Но здесь пока предоставлены какие-то, я так понимаю, medical outpost, да, то есть это какой-то медицинский... Лагерь, что ли, типа такого плана, там, не знаю, кто там, боты какие-то. И квест связан с каким-то снабжением постройки или что-то типа такого плана. Ну, то есть строительные материалы, короче, какие-то у нас тут рядом с Березино. Не знаю, как мы пойдем, конечно. Ну, наверное, через Краснослав, может быть, сюда мы и выйдем. Фиг его знает. Посмотрим. Ну, по пути мы будем, конечно, я думаю, все-таки собрать надо, да, в Красноставе. Все что-то, что-то посмотреть, аэродром, Красностав. И так мы и выйдем туда. Нам нужно строить свою базу. Не знаю, где мы будем и будем это все делать. И сколько нам нужно для стройки какого-то дома. Опять же, ага. Новая информация появилась. Ага. Ну, ладно. Не вышка. Ну, на вышке ничего нету, я думаю. А вот в этих, может быть, какие-то эти крепеж, коробки с крепежами. Было бы вообще шикарно. А если пилу найдем, то... Так, у нас какие-то ведро, карта, да? Это у нас что? Это у нас спички. Пилка для ногтей. Не знаю, нужна ли нет. Ну ладно, возьмем. Все-таки, может быть, пригодится. Так, здесь больше ничего интересного. Здесь у нас замок, бинокль, удочка, очистка воды, да, но это нам, в принципе, не пригодится. Патроны для Энфилда, рация, замок. Наверное, один замок возьмем, все-таки проволоку херу знает, наверное, не пригодится. Так, ну и пойдем посмотрим. Блин, хорошая такая точка. Хорошую, да. Там было бы шикарно поставить гараж, да? А ну-ка, может быть, все-таки место... Стоит здесь это место занимать или нет? Все просматривается. Вот здесь, если гараж впихнуть. Как это было бы вообще нормально или нет?
Не знаю, надо смотреть. Я бы не против бы здесь. Поставить собственный гаражик, собственную маленькую базу, хоть для выживания. Так, а что у нас там? Там непонятно. Непонятно, короче. Так, ну это у нас... Угу. Ангары какие-то идут. Ага, я так понимаю, это красностав, а это... Ух ты, ёпты. Походу надо по-тихому работать. Хотя не факт. Не близко, мы, в принципе, не очень близко к городу. Можем его и это. С револьвера. Ну да. Так, итого у нас. Что интересного у нас тут есть? Интересно, там машины никакой нет, не стоит. Ух ты! Это что такое? Живой? Палатки. Палатки, палатки. Диспа. Так. Взлетка, да? Угу. Пожарная часть. Так, ну вот это уже интересная вещица. Где она? Вот здесь вот же вот вертолет. Надо проверить, все ли с ним в порядке, есть ли топливо, и попробовать его завести. Так, ну подходим мы к нашему, к нашим складам. Ну, здесь, наверное, материала полно. Ух ты, к нам бежит. Или не... А, нет. Я уже чуть-чуть зажал свое очко. О, ну вот наша пила, хорошо. То, что надо. Нож. Многофункциональный нож. Пойдет, чего. Но мне на самом деле было лучше бы найти машину, чем вертолет. Вертолет — дело хорошее, да? Не так уж... Не бесшумно это, конечно, получается. И по управлению, да, все-таки я не такой мастер. Колесо. В управлении этого вертолета вообще, само по себе, я не мастер. Чё за хуйня? О, это кто, блядь? Я что-то не понял, конечно, но... Что-то я не понял, блядь.
Пиздец, как не понял. Походу, мы здесь не одни. Только что же осматривал. О, машина. Тогда хуй с этим с вертолетом, блядь. Я лучше машину заберу. Спокойно могу отдать, если надо. Часы нашел, отлично. Колесо. Канистра. Так, здесь кто-то есть. В принципе, машина готова ехать. Мне только надо ее выгнать. И поехать на ней. Так. Люди начали что-то писать тут. Она русские. А это я не пойму, буханка же, да, у нас? Да, буханочка. Блин, ну в нее, походу, ничего не положить такого интересного. Ну вот у нее только стекла поломаны, а так надо заводить и выезжать. Блин, ну здесь кто-то есть. Около вертолета особенно. Короче, забрали мы себе УАЗик. Блин, я не знаю, конечно, много ли можно в него положить. И что в него влезет, нам будем разбираться по ходу событий. А пока надо, наверное, чуть-чуть ее отогнать, эту тачку. И... перекурить. Сейчас мы ее отгоним немножко и спрячем и подождем. Ну вот она, наша красотка. Да, первые колеса, ну хоть какие-то, и то ладно. Я так понимаю, что маленький совсем ящик, наверное. Хотя не так уж и маленький, да? Я думаю, что надо поездить на машинке все-таки, да? Поискать крепеж. Что там нужно нам? Я просто забываю все время. Что нам нужно для гаража? Что нам нужно для гаража? Замок, доски, фанера. Ага, коробки с крепежом, 12 штук. Металлолом, поленья. Ну, поленья, это понятно. Доски, это понятно. Замок есть. Доски напилим, пила есть. Фанера, 6 штук. Так, впереди нас какой-то поселок. Ну, я, конечно, не понимаю. Как-то... вроде бы он был и севернее Красностава. Какой-то Чежики или Чижики. Короче, не знаю, есть ли тут что-то типа... строительных материалов. Я думаю, что стоит все-таки посмотреть, проверить. Может быть, чего-нибудь да найдем.
И у нас полбака еще пока есть, поэтому... А во, гаражи. Вот в эти гаражи, я думаю, что все-таки стоит зайти, но... Скорее всего, стоит. Сейчас мы быстренько объедем. Что тут себе представляет магазин? Там еда, скорее всего, есть. Здесь ничего. Здесь, ну, короче, не такой небольшой магазинчик, ой, небольшой городишко. Я ты тут понимаешь, что... блять, ёбаный Запорожец. Я так понимаю, что тут все по минимуму. И поэтому я думаю, сразу надо ехать в те гаражики. А, вот еще, да, какие-то гаражики. Да, вот что-то типа похоже. Ёбаные колеса. Сейчас у нас они развалятся, походу. Не знаю, гаражики открываются, нет? Так, ну вот здесь, в принципе, можно, я думаю, тормознуть. Поставить свою машинку на всякий случай, мало ли чего. Колесо, блин, одним колесом мы все-таки ударились. И так не очень хорошо, не очень так приятно это было. Я думаю, что мы все-таки его заменим потом. В скором времени по-любому заменим. Так, ладно. Ну, может быть, по-быстренькому пробежимся с остальных домиках. Не знаю, в такие есть смысл заходить, наверное, нету. Тишина. Тишина и покой. Так, мы по-быстренькому осматриваем все. Где-то же там, да, были, по-моему? А, вот они, вот гаражи. Хорошо. Слышу зомбаков уже. А вот еще гаражи. Так, ну я надеюсь, здесь спаун есть, да, в этих гаражах-то? Или нет? Походу нет. Блин, хуево. Очень хуево. Прям очень-очень хуёво. Мне нужен все-таки лут с этих мест. Так, шаха не двигается, входа нету. Блин, твою мать, а. Чё за вашу мать, блядь? Так, нет, это ничего не это не работает. А я уже думал, что машины какие-то есть рабочие. Походу, нихуя нету. Это же гаражи, да, наши? Перелазим. Так. Че, это опять застрял, что ли? Быстро, быстро, быстро. Блин, ну тут лута нету. Хуёво. Твою мать, а? Че это за говно?
Нет, это не лут. Ай, блядь. И чего нам делать? Ладно, все, свалим. Надо быстренько пробежаться, видно, по этому местному заведению, блядь. То есть по местному городу. А, это магазин. Все, это магазин. Блин, у нас настолько все есть, что я даже не знаю. Это какая-то одежда партизанская, но... Ничего интересного. Шел нахуй оттуда, блядь! Нет, это ничего нам не надо, абсолютно. Блин, вот попадало вот, а. И зомби бежит. Все, ладно, мы уезжаем с этого ебаного поселка. Я понимаю, что в этом поселке просто делать нечего. Что за зомбарь, блядь? Иди ты нахуй, блядь. Опа. Еще один. Так, да пизды, короче, зомбари. Это я понял. Угу. Просто до пизды. Твою мать, ну вот надо было же самый последний патрон выстрелить, блядь, в первого зомби. Ты еще их перезаряжаешь, блядь, ну ты заебал уже. Сука. Ёб твою мать, блядь. Чё ты встал-то? Ты тоже встал? В жопу получи. Ты чё бежишь? Ах ты, сука. Мать вашу, блядь, вот это чё? Можно побыстрее заряжать, блядь? Давай, 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 давай. Твою мать, еще и патронов нету. Где ты? Все. Ну хоть так, блядь. Короче, пошумели мы тут, походу, очень знатно. Надо съебывать отсюда, с этого поселка обычного, блядь. Блядь, пиздец. Если бы я знал, что здесь такой хуёвый лут, я бы сюда даже не приезжал бы, блядь. Так, вон слева я вижу аэродром. Не знаю, подъезжать туда на машине или не подъезжать. Наверное, все-таки опасно, да, подъезжать туда на машине. Я думаю, что стоит здесь машину оставить в леску. Блять, ну надо вот было тебе задеть ее. Так, попытаем свое счастье. Ремув. Если машину не захотят, то есть если машину захотят угнать, то им хотя бы надо попытаться будет закрутить два колеса, блядь. Так? Или не так? Забейся, колесо ты снял? А куда оно делось? Снижение. Хорошо, ладно. Ему снять.
Так, хорошо. Ну вот колесо. Ёп, сука. Грибный ящик. Они лежат на земле. Ну, короче, их не взять. Не знаю почему. Ну, просто не взять, блядь. Не, если попробовать попытаться отъехать, может быть, их можно взять. Если мы можем отъехать. Ну, двух колесах-то вот она пытается, да? Блядь. Все, колесам пиздос. Ладно. Колесо я, у нас, наверное, в запасе есть. Второе я знаю, где лежит. Второе в первом ангаре есть. Вот. Как по поводу, значит... Собираем все, что нам нужно по материалу постройки, да. Может быть, мы что-то еще по оружию найдем, но... приоритете чисто по строительству. У нас оружия особо нету. Все патроны мы потратили на этих ебаных зверей, блядь. И винтовка наша охотничья. Ну не знаю, погода она точно не сделает. Плюс на аэродроме уже кто-то был. То есть кто-то пытался взлететь на вертолете, как минимум. И... ну... кто-то начал писать, что кто на вертолете, да, кто на аэродроме, блин, все-таки тут... То есть, короче, здесь не только одно тело было, помимо меня, здесь еще кто-то есть. Не знаю, как они отсюда съебали, не съебали, что-то забрали или не забрали. Короче, сейчас все выясним. Если что, может быть, походу и... придется нам... Ух ты. А, все, я понял. Я думал, это нифига себе так залут заспаунился. Все может быть. Поэтому проверяем. Нет, здесь только бита. Ну, карандашик. Ничего интересного. Ладно, диспа. Пожарка. Блин, если честно, то у нас оружие пиздец. И если мы найдем какое-то поинтереснее, типа калаша, то, блин, ну почему нет? Это же охуенно. Вопрос в том, есть ли это тут все или нет. Так, ну, диспа чистая, пиздец. Я как будто пылесосом тут засасывали все подряд. Здесь даже мусора никакого нету. А в диспе казармы. Диспе, да? Это же казарма у нас. Блин, здесь тоже ничего нету. Неужели здесь так прям все под... под совок подгребли, блядь, нихуя себе. Ух ты, зомбари. Зарычали. Не, к сожалению, вообще ничего нету. Не знаю почему. Странно. Не знаю. Ну ладно, это... страшно, ничего нет. Мне нужны болты. Ну не болты, а крепеж. Как здесь правильно называется. Я надеюсь, что здесь мы найдем хоть что-то. Не хотелось бы просто отсюда так уходить, блядь. Мы заехали уже в один поселок. Потеряли много времени и так. Так еще бы не хотелось бы просто сейчас еще впустую. Ух ты. Кого это, интересно, повесили? Доктора какого-то? Колесо. Хорошо. Тоже в таком состоянии уже. Скоро это колесико. Так, топливная канистра полная. Хорошо, заправим, если что.
Набор для ремонта колеса тоже пойдет. Это что такое? Фонарик, блядь, зачем мне фонарик? Ну ёб твою мать, зачем мне фонарик? Это что такое? Стекло? Нет, брезент. Ладно. Это что? Вот стекло. Стекло, по-моему, дохуя занимает. Очень дохуя, мне это нахуй не надо. Бери винтовку. Еще одно тело. Так, оружия никакого. Генератор. Велосипедное колесо. Канистра большая, да? Полная. Смартфон. Для вертолета. Ремонт колес. Это отлично. Потому что колеса здесь, ну, самый пиздец. То есть... Постоянно, блядь, что-то с колесами, постоянно что-то происходит, блядь. Блин, ну здесь кто-то что-то залутал, короче. Я так понимаю, что мы тут бегали-бегали. Особо-то они, конечно, не побегали, мы тут просто... Я побоялся встречи с какими-то здесь выжившими и, блин, взял машину и съебал, короче, все. А здесь, походу, ребята лутали в это время, когда я съебал отсюда. Ух ты. Ух ты, разгрузка. Даже облегченный жилет и военная кепка. Тактический ранец и прицел. Ну, прицел, ладно, возьмем. Снаряжение, разгрузочный жилет, рюкзак. Может быть, все-таки... Мало ли что, ну, блин. А у нас уже будет еще один в запасе. Это что, койот, что ли, или что это? Нет, рюкзак Рекс какой-то. ЦП-шные патроны. Еще какие-то. Так, еще патроны. Еще разгрузочный жилет. Облегченный. Четвертый, вот это. Это. Ага, все, взяли мы какой-то хоть жилет. Крекер был убит. Кого ты заебашили? Не знаю. Может быть, его все-таки зомби хуйнул. Ну, здесь ребятки. Панама. Тоже злые есть, я чувствую. Это что? Глушитель 762 и калаш. То есть обойма на калаш. Хорошо. Такой полумусор, если честно, лежит. Не особо здесь что-то кому-то, наверное, и нужно. Было. Потому что оружия нету. Вообще никакого, и я думаю, что если люди здесь были, то оружие они забрали. Ну, в принципе, хоть что-то мы взяли, там, жилет и так далее, патроны. Берем все. О, это что у нас? Обрыв ткани, красный карандаш. О, скрыт металл. А, крекер. Ага, уебало, так сказать, зачем непонятно. Так, понятно. Это что, спальный мешок? Не знаю, для чего он нужен. Если честно, может быть, все-таки можно винчестер. Патроны наши нашлись. Так, мы там были. Болты.
По сути дела, мы нашли то, что искали. Не знаю, молоток нужен, нет. Все, у нас, по сути, верстак будет. Пила есть. Топливо мы найдем. По сути дела, база наша вон там будет. И нам далеко, в принципе, бегать-то не надо. Еще одно колесо. Еще одно колесо. Ну ладно. У нас колеса-то есть. Рама от велика. Колеса у нас есть. Тачка наша поедет. Вот. И болты у нас на верстак есть. Ящик мы, наверное, сделаем. Куда можно хотя бы свой какой-то минимальный лут положить. Ну, а этот... Там не проблема уже дальше. Коробка с крепежом, отлично. Там или стекло, скотч. Ну, это... Уже пока лишнее. Ну, тем более, у нас места в рюкзаке уже нету. Я беру уже все. Чисто все. Кирпичи, канистра. Беру чисто почти все подряд. Ну, то, что потребуется в ближайшее время. Угу, контейнер. Что такое? Здесь чего нету. Здесь же я машину свою нашел, да? Да, здесь. Или нет? Часы. Компас так я, кстати, не нашел. Ну, ничего страшного. Починили квесты. Но я думаю, починили, раз они появляются, их делают. Так. Вот этот непонятный какой-то... Как гаражик, полугаражик. Угу. Ну, не зря, конечно, взяли. Это нам ничего не надо. Или этот Линфилд. Угу, хуй. Еще и застрять можно, походу. Так, все, я бегу обратно через пожарку и к машине. Я не знаю, спиздили ее или нет. Отсюда ее, походу, не видно. Вот, бегу обратно, беру машину, едем на нашу вышку. Строим там свой этот, блядь, стол. А вертолет-то спиздили. Самый прикол-то, что вертолет-то спиздили. Не знаю, кто. Ну, я, в принципе, я не слышал, хотя мы поблизости тут катались. И я не слышал, но кто-то его все-таки спиздил. Да, в принципе, может быть, владелец его и забрал. Ага. Мне сейчас вертолет нахуй не нужен. Мне бы свои колеса бы сохранить. Те, которые стоят там в лесу. Что-то я, кстати, их не вижу. Гребаный лаз, кому он нахуй нужен, блядь? Тут еще вспомнить, куда я его припарковал, блядь. Пиздец. Смешная хуйня, если честно. Ладно, пойду на крышу схожу. Угу. Что это, бумага? О, ну там дешевая хуйня. Ух ты, болты. Сука. Ты же не полезешь же, по сути дела, да, ко мне? А на пистолет у меня кончились патроны, парнишка. Вон, походу, наш это стоит.
Да где же ты, блядь? Не. Где-то там, скорее всего. Не, ну, как всегда, в принципе, в своем стиле. Блядь, ну где-то он же там, этот УАЗик боссаный, блядь, стоит же. Куда мне бежать-то? Вон он, блядь. Это же он? Да, Фарас, пиздец. Нормально я его запрятал. Пойдет. Дрель. Не знаю, зомбарь мне пизды даст, нет, но мне надо... Но мне нахуй здесь не нужен. Просто вот как... Топор? Или он ушел? Ты чё, блядь, испугался, типа, моего топора? Ну и как тебе, блядь, топором-то заебашить, блядь? Если топор не пиздит, заебись! Топором чисто рубить только, походу, блядь. Короче, иди ты нахуй, блядь. Пиздец. У меня еще кровотечение, ёб твою мать. Блядь. И чего, блядь? У меня же ничего нет такого. Бинт. Что-то я уже перенервничал чуть-чуть. Ах ты, сука, крови-то немного. Они мне попили, конечно. Вот это я забыл. Угу. С ебалом? Вроде бы. Блядь, чуть ногу не сломал. Трясучка началась у меня какая-то. Да. Ай. Трясучка у меня началась. Таблетки какие мне нужны? К сожалению, не знаю, какие таблетки мне нужны. И... Это еще такое, батарейка. Пила, да? Нет, это все не надо. Ладно, хуй с ним. Болты взяли. Все, что надо, взяли. Трясучка у нас, правда. Ну, я думаю, что если найдем какую-нибудь больничку, да, то там, в принципе, мы найдем что-нибудь для этого. Ага, нам же еще два колеса надо поставить, точно. Забыл. Так, ну там, если... Были какие-то типы, да, один уехал на газели, тогда, ой, на УАЗике, а второй вертолет завел, блядь. Я думал, что все-таки там, походу, парочка была каких-то, блядь, красавчиков. Приехали, вертолет, ну, типа, хотели завести, может быть, там посмотрели, а этот второй уехал. Так, мы ставить должно же все-таки колесо. У нас же есть колесо, есть. View, replace... Плейс, да, по-моему? Есть. И у меня еще одно есть колесо.
Здесь есть. Хорошо. Поехали на нашу будущую базу. Нет, блять. Как можно быть таким долбоебом, блядь? Ай, блядь. Сука, ну надо же было, блядь, сломать двигатель, ебаное дерево. Ну как, блядь? Ебучая хуйня, блядь. Ну, в принципе, хорошо, что здесь недалеко бежать. Это пиздец, если честно. И все влезло, все, что мне надо, там, в принципе. Ух ты! Да сегодня надо сезон охоты открывать, походу. Так, что мне... Где-то же здесь же, да, по-моему, у меня мое место? Если не ошибаюсь. А, вон, да, вышка. Ладно, чё. Попробуем поставить здесь, я думаю, отсюда нас не выгонят и не выкурят. Хотя, опять же, народ, сука, разный бывает. Итого, доски, коробка с крепежом, металлолом. Доски 10 штук, металлолом, ага, доски 10 штук. Доски 10 штук, это не то. И пошла добыча, да? Пошла добыча. Пойдем. Пойдем, пойдем. Сука, сколько тебя можно рубить, а, блядь? Сколько в тебе досок, блядь? Епический диван, блядь. Тебе же можно, наверное, с... Может быть, я что-то не то делаю? Ебать. А, ну здесь и это, да, дохуя, в принципе, этих. Так, и добавить сюда. Открываем коробку крепежом. Что еще да? Доски, металлолом. Металлолом и 10 досок. Все, готово, готово, наконец-то. Я думаю, что нужно как-то все-таки положить ящик. Не знаю, может быть, сюда в эти кусты этот ящик положить. Попробую сделать. Я думаю, не сопрут же. Хотя можно и вот в эти кусты попробовать положить ящик. По сути дела, мне нужен одна коробка крепежа. Мы сделаем ящик. Спрячем ящик где-то в кустах и спокойненько начнем лутать и все искать для постройки нашего гаража. Ну как-то так. Двинем, я думаю, да? Все-таки двинем на аэропорт, на аэродром Красностава, который находится в той стороне. Ну и время у нас час дня. Я думаю, сегодня мы должны закончить как минимум с ящиком, да, и как максимум с поиском хотя бы больше половины коробок крепежей для нашей новой базы. УАЗик мой все стоит. Я, кстати, не помню, УАЗик я все забрал или все-таки там крепеж какой-то есть.
Я думаю, пробегусь, да, по аэродрому. Если я найду один крепеж, я пойду сразу делать ящик для хранения моих коробочек с крепежами. Потому что так, просто так в рюкзаке их кидать. Ну, блин. Не очень хочется с собой таскать весь свой хабар. Если я найду двигатель, я смогу починить, в принципе. Если я найду двигатель для машины, я смогу починить его на УАЗике. Если я еще возьму набор для ремонта колес, мы сможем починить два колеса, и у нас наш УАЗик заработает. Ну, хорошая, в принципе, новость. Я не знаю, как, насколько там это действительно правда, и смогу ли я починить так просто этот двигатель, или все-таки потребуется еще какая-то хрень. Может быть, потребуется, а может нет, но колесо можно засунуть. Как минимум одно. Аккумулятор автомобильный, по-моему, он здесь не нужен. Потому что я не видел его в меню ремонта. Что нужно аккумуляторную батарею. Вот топливный бак я видел. Но топливный бак, по-моему, там в хорошем состоянии. Набор инструментов и колесо еще одно. Так, бинокль, блин. Это надо, это надо. Все. У меня остался только двигатель. Я так чувствую, что у меня двигатель в рюкзак не влезет. Хуевенько, если честно. Огромное количество здесь лежит этих гребаных, как они называются, генераторов. Не знаю, пользуются они популярностью у людей на базах. То есть каждый, конечно, как на что гораздо придумывает свою базу, как строит. Ну, кто-то все-таки освещение-то, я думаю, делает. Ага, скрэп метал. Точнее, металлолом. Может быть, УАЗик и так особо не пользуется популярностью у людей, поэтому его и как бы не спиздили. Все, наверное, хотят найти более... Ух ты, двигатель. Так, если мы покрышки вытащим, двигатель влезет. И одна покрышка влезет. Одну попробуем починить. Да? Ну, как факт, мы можем на одной покрышке без одной, то есть, уехать. Без одного колеса. Я думаю, нас особо-то никто не будет. На нас агрится. Винчестер, мои подружки. Ну-ка, перезаряжай. Хорошо. И еще один винчестер, отлично. Так, ну не так уж много патронов на самом деле у меня. Ящик с инструментами у меня есть же? Ага, два. Одного достаточно. Вот пистолет. Я бы взял бы такой, если честно. Это что у нас? Мультиметр. Блин. Прицел. Бинт. Блин. Эх, пистолет хороший, а патрон пока на него я не вижу. Ух ты. Снаряжение. Калаш. Вот.
Подождите, да, пойдет, пойдет, конечно. Конечно, пойдет. Блин, коллаж хорошая вещь. Ух ты. Мне показалось. Показалось, показалось. Много всякой разгрузки. Плэт Кэрриер. Блин. На самом деле, даже военную бета-кепку поменял бы на эту херню. Вот так вот. Так как-то интереснее. Чисто охотник. Коллаж для защиты, конечно. А как же. Смотрите, сколько зомби. Он не даст спокойно починить свою машину. Так. Значит, engine. Remove. А зачем мне ремув, если я... Он уже как бы весь в говне. Там, походу, надо было этот... Replace. Или что там еще есть? Heartbroken when trying to remove it. Replace, наверное. Или для двигателя что-то нужно еще посерьезней. Нет, все нормально. Все четко, все заебись. Нам осталось только отремонтировать колесо. Да ты чё? Твою мать. Пипец, реально, чувак там даже написал, что пипец.